Здравствуйте, с вами Ольга Рудыка. Сегодняшний выпуск посвящен презентации новой обложки журнала Prime One. В прошлый раз обложку украсили джентльмены удачи Тимоти и Эл Уан. А кто же будет в этот раз? Чтобы это выяснить, мы приехали в ресторан Ларго. Туэна, здравствуйте. Расскажите о концепции журнала Prime One. Мы даем площадку молодым талантливым ребятам. Наряду с известными личностями, которых знают все, мы печатаем о людях, которые делают свои первые шаги, и мы их поддерживаем. Расскажите, кто в этот раз оказался на обложке журнала и почему? На обложке журнала у нас оказался действительно всемирно известный талантливый художник Александр Шилов. И он оказался не случайно. Мы решили сделать такую статную фигуру, и мы не пожалели. Но внутри есть много молодых. Сергей Зверев, например, или еще кто-то. Вот, поэтому у нас разнообразная такая публика и разнообразные артисты. Мы растем. Наш журнал становится более медийным. Расскажите, что планируете делать для того, чтобы развивать журнал в будущем? Выходить на продажу. А что ожидать от сегодняшней презентации? Сегодня у нас специальный гость Доминик Джокер. Непосредственно он будет исполнять свою новую песню «Дышу тобой». Также у нас много будет в гостях различных наших друзей-звезд. Ну, будет концерт, будет показ, все будет очень весело. Я знаю, что вы украсили обложку нового выпуска журнала Prime One. Расскажите об этом. Статья, так сказать, была направлена на развитие молодежи в духовном смысле. То есть вот я как художник пытаюсь донести развитие души вот молодого поколения, чтобы она правильно, гармонично сформировалась. Это самое главное, я считаю, сейчас. Как вам сегодняшнее мероприятие? Шик, блеск, красота. Скажите, что вас связывает с журналом Prime One? Тесная дружба, ну и, конечно же, номер один, то есть нужно быть всегда номером один, например, в женском юморе, почему бы нет. Я, собственно, предоставляю со своей стороны данный итальянский ресторан. А расскажите о ресторане. Это мы недавно открылись, он совмещает в себя итальянскую, европейскую, авторскую кухню. Многоформатный ресторан с потрясающим будущим. Я рад присутствовать на таком красивом мероприятии. Я вообще люблю все красивое в этом мире. Очень много хороших, весенних, замечательных новостей. Вот так вот поддерживаются таким глянцевым изданием. Это очень хороший журнал. Нам очень нравится то, что там очень много полезной информации. Да. Понимаете? И вот именно особенно для нас, для артистов, нам очень интересно читать этот журнал. Хорошие фотосессии, интервью с артистами, просто с интересными людьми, хорошее качество журнала. Расскажите, что вас связывает с журналом Prime One? Мы друзья журнала Prime One. На самом деле мы очень давно дружим, еще с самого первого выпуска. И как раз таки вот в этом журнале, в новом, вышло большое интервью со мной, с Мариной Штода. Очень интересная фотосессия. Такая задумка: модель против певицы. Моя коллекция называется «Confidence», уверенность. Я хочу подчеркнуть этим самым индивидуальность женщины и на то, что она может быть уверена в себе. Вот. Коллекция моя достаточно разнообразна, так как я немножко люблю разнообразие. А что вас связывает с журналом Prime One? Мы на самом деле очень хорошие друзья, я сегодня на презентации этого журнала, великолепного журнала. Мы сегодня участвуем в показе замечательного дизайнера Айтаны Малин, у нее очень женственные, утонченные платья, вот одно из них сейчас на мне.
Что пожелаете журналу Prime One в будущем? Только процветание и быть первым. Также в веселом духе это все продолжать и как-то поддерживать на такой же веселой и позитивной волне. Больше читателей, больше интересных людей и, конечно, тиражей больших-больших миллионных. Развитие, успеха и всегда иметь такую же сплоченную команду, как на сегодняшний день. Журнал Prime One пусть и выходит раз в 3 месяца, зато с размахом. А мы с вами отправляемся на следующее светское мероприятие. С вами была Ольга Рудыка. Смотрите Fashion TV, будьте в курсе модных новостей. I love Fashion TV. 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 Yep. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Здравствуйте, это «Светская жизнь» с Ольгой Рудыкой. Самый крупный сайт фотохроники «Геометрия», который глобально освещает модную, культурную и светскую жизнь России, обзавелся собственной премией «Focus Awards 2013». Церемония награждения пройдет на роскошной яхте «Radisson Royal». «Focus Геометрии» попали в 60 номинантов, которые вели борьбу в 14 номинациях. Обладатели статуэток фотокамер станут известны уже сегодня по итогам экспертного голосования. Добрый вечер, девушки. Как настроение? Как вам премия Focus Awards 2013? Настроение прекрасное. Мы очень рады, что мы нас пригласили на эту премию. Пока все проходит прекрасно. Москва красиво с этого корабля. Просто замечательно. Меня позвали сегодня номинировать фотографов. Репортажно. То есть ты вручаешь премию? Сегодня буду вручать премию, да. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие будет самым лучшим. Здесь очень много красивых людей. Все такие очень интеллигентные, живые, добрые, веселые. Поэтому мне очень приятно. Я знаю, что вы имеете непосредственное отношение к сегодняшней премии. Расскажите, пожалуйста. Мы предоставляли подарки жюри и звездам, которые присутствуют здесь. И мы готовили сегодняшнее мероприятие ведущих. Какие еще мероприятия ты отметишь, которые были вот самые запоминающиеся? Ну, конечно, премия Муз ТВ, премия Ру ТВ и премия Мьюзик Бокс. Ребята, добрый вечер. Расскажите впечатления от премии «Геометрия Focus Awards». Яркие. Все очень блестящее. Вкусно все и замечательно. Вот артисты выступают, мы сидим, смотрим и кайфуем. Мне все нравится, особенно выбор номинантов. Ну, не знаю, там, даже не так важно, кто победил, потому что сами номинации так устроены, что праздник everywhere. Люди оделись, так сказать, dress up, suit up даже. А вы зарегистрированы на сайте «Геометрия»? Мы как СМИ, MTV как СМИ зарегистрированы, конечно, мы еще и партнеримся, я думаю, что вы тоже. Это нормально, потому что СМИ, каждая СМИ – это генератор контента, генератор каких-то вечеринок, генератор мероприятий. И, конечно же, «Геометрия» держит руку на пульсе. Я вижу, вы все-таки заполучили эту заветную статуэтку. Что пришлось делать, чтобы получить ее? Пришлось работать, много работать. Как вы думаете, что нужно будет сделать организаторам в следующем году, чтобы премия прошла еще ярче, интереснее? Ну, мне кажется, пригласить еще больше интересных людей. Новые номинации. И, естественно, самое главное кредо для всех – это работать.
и оставаться интересными для всех читателей, для всех посетителей. Я хотела бы сказать спасибо нашей талантливой команде, которая сделала столько, что вот мы сегодня можем стоять и с гордостью презентовать радио Мегаполис как лучшая радиостанция, как пульс города. Обычно портал «Геометрия» освещает сотни событий в неделю. Вечеринки, премьеры, презентации, выставки. Но в этот раз их собственная премия попала под прицелы фотокамер. Выдержала ли она эту проверку, покажет время. Оставайтесь на модной волне с Fashion TV. С вами была Ольга Рудыка. I love Fashion TV. 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 And you're gonna be the last. Never see the future coming, we can't forget the past. Looking back to know we've had to get on true. When it really mattered, it was there for me.